Так, ну давай, Шахриар, покажи нам свое творчество где-то вот, не знаю, там. Да, вот эту позицию я как-то готовил против Левона. И когда играл с ним, я перепутал и быстро сыграл слон f6, ферзь f6. В смысле, я абсолютно забыл конь d4, конь e6. В смысле, хода, ну, то, что матч был, все. А так я как-то думал, что вот как раз до этого позиции, вот ладья c8, ладья c1, у меня дома была позиция. Ну, такое, я думал, что, конечно, объективно черные должны как-то уравнять. А просто дело в том, что мне казалось, что еще ферзь d4 как-то неприятно, я не шпили все время, ладья c3, как-то самый такой я нашел, который я можно было играть. А здесь соперник играл ладья d8, ферзь d4. Ну, наверное, где-то надо бить d4, вот это принципиальный момент. И ED, например, b6, такие ходы. А, там есть ход слон h6. Я не знаю, ну, так, наверное, все-таки вот это эншпили уже после этого партии как-то за черных найдет, как сделать ничью все-таки. Ну, я думал так. Ну, здесь есть вариант, здесь играть c6 можно рискованно такой смело. Ход. Да. И можно себе, типа, играть вот f3, ну, там слон c6, ну, такой, ну, не так... Небольшой перевес. Да, небольшой. А после f6 как-то мне показалось, что уже, наверное, все-таки может ладить c3 сильнее с начала. Просто g4 как-то мне более агрессивный. Мне показалось, что если после g4 как-то выбор... Если слон g6, уже эндшпили уже более неприятные, все эти эндшпили. Потому что он не возвращается на ферзь, не возвращается. Ну, b7 все время. А если слоном на d7, тогда получается какие-то, например, такой пояс. f4 я бы хотел играть. Как-то если такой, если ферзь c7, наверное, d5 пить нельзя, все-таки опасно. Я просто сыграю слон f3 и лазил. Ну, такой-то, такой пассивной позиции. Вот. А здесь я ладья c3, ладья c7, немножко недоценил ход соперника, я хотел здесь a4 играть издалека. Я думал, что здесь такой a4, смысл a4 был, что такой ловушка ставит. Ладья c8, ладья c1, и здесь b6, типа, вот все время это ферзь cb. Ладья c3, слон b5, да, a4 хода смысл в этом был. Закрыть и выиграть. Там после взятия играем b7, ладья b3, слон b5, перекрытие, да. a4 был в этом. Ну, просто я думал, что ладья c1, ладья c8, а4 играть. И здесь вдруг ладья c7 сыграл. Я помню, что все начинается на другую сторону. Все. И здесь, конечно, я чувствовал, что если я ладья d1 сыграю, ну, ферзь он не будет уже менять, как-то уже g4. Вот здесь свое слово как-то немножко не то. Если пешка на g2 стояла бы... Ну, конечно, да, конечно. А я все-таки решил, что надо все-таки пойти принципиально. Ну, бить это ничья сразу, бьет c6, это ничья. А вот так. Я еще ферзь c7 думал, ну, такой. Ну, все равно я думал, что мне моя позиция очень нравится. То же самое идея, я бы собирался играть и ладья на d4. Ну, во всяком случае, на b7 здесь черты не потеряли. Да, да? Мне кажется, здесь убил все отлично. И мне все-таки, несмотря на то, что пешка на g4, черным надо играть очень аккуратно. А мы за тебя испугались. Мы думали, что сейчас тебя здесь замотают. Я привык такие пейсы. Из-за этого я как-то думал, что корол все нормально. И как раз вот эта пейсы уже я начал за себя радоваться. Я уже думал, что в первый раз в партии уже получил свои пейсы. Как-то ладья d4. Издалека я видел ход ладья. Вот этого хода издалека я видел ладья d3. Ну, очень сильный ход. Да, ладья d3 сильный очень. Ладья d3, ладья d2. У тебя тут целая серия очень точных ходов. Я знал, что после ладья d3 у черных уже, наверное, тяжелый пояс. Мне казалось, что я не знал, что он должен играть. Проблема в том, что полезных ходов нету. Например, я не знаю даже, вот был очень... Он очень... Вот такой ход сделал, когда h8. Я думаю, что один из красивейших ловушек был бы турнира. Если я бы попал. Здесь был очень длинный вариант, который можно было красиво. Ферзь b7. Вроде просто лази e7. И здесь фантастический ход, ферзь бьет e7. Фантастический. Вообще я занес руку для него, но увидел, лази что на e8. Лази d5, ферзь же. Все. А f5, лази f5. Вообще фантастика. И а на ферзь h4? Ферзь h4, лази d8 шах. Ну-ка давай посмотрим. Давай. Лази d5. Да, лази d5. Ферзь h4, лази d8. Слон e8. Слон c6. И ферзь не то стоит. И потом выигрывать белый просто. А здесь показал такой фантастика, такой ход. Я вообще, наверное, ловушка в своей жизни, не знаю, редкий. Я за доской нашел фантастический за черных защиты.
Вот здесь ладья 8, да, карлаш 8. Вот ладья Е7, ферзь Е7, ладья Е7, ладья Д5. Ну, здесь такой ход H6. Ну, это фантастика просто. Ладья G5, слон D3. И неожиданно оказалось, что черный выигрывает партию. H6 ход единственный ход. Просто другого хода. Гениально. Я думал целые 15 минут, что выигрываю просто форсивно и красиво. И вдруг я смотрю, что, наверное, так просто не может быть, да? Все. Единственный ход H6. И выигрывает черный. Может, не выигрывает, ладья G5, слон D3, H6. Ну, можете шансы держаться, ну, засекнуть. Такой ход H6, издалека надо видеть ловушку после этого. Да, это круто. Очень здорово. Да, я когда это все видел, H6, я долго не смог понять, что как это возможно, что он... Я не знаю, он считал все эти варианты, потому что по-другому никак черный не может играть. Он должен на ферзь b7, ладья e7 играть. Если ладья e7 не играет, без пешки. Ну да, да. Какой смысл? Ладья e7, ферзь e7, ладья e7, ладья d5, ферзь ладья d8, c6 выигрывает белый. А f5, ладья f5. И h6 неожиданно. Не h5, а h5 тоже поигрывает. Ладья g5, ладья h5, шах. Только вот именно этот ход. Ну вот, вот так был. Наверное, еще такой можно. Такой пинт. Ну это же, наверное, не принципиально. В смысле, такой надо думать. Может выигрывать или не выигрывать. Хорошо, вот здесь... Я, да, ладья d2. Но я, проблема в том, что я всегда ладья e3 варианты даю соперника. Например, ладья e3, fe, ферзь e3. И здесь король... g2. Король g2, мы так считали, да. Да, но здесь это фантастический опять я расшот. Это опять у меня ловушка такой ставила. Ладья e4, ладья e4, ферзь b7, ладья g4. И вдруг ничего, неожиданно. Ну да. И там вечный шаг, да? А да. Ну, на ферзь опять-то, наверное, нету такого ничего. Если ферзь опять... опять как-то мне не понравилось, что просто он почему? Может играть. Не знаю. Ну, на d8 же где-то подвисает, слон f3 хотим сыграть. А ну, поставь ферзь опять. А что ферзь опять вместо h5, наверное, просто. Ну, здесь серьезная инициатива, думаешь, да? Ну, ладья f4, если пойдет. Угу. Ну, может быть, конечно. Да погоди, а если... Если здесь слон f3, ладья f4, ферзь d8, ферзь d5, потом ферзь h5. Нет, сразу ферзь d8, ферзь d5, вот сразу. А, и сразу ферзь d8, ферзь d5 еще. Здесь есть спокойный ход, никак-то не получится. Может так, я не знаю, ладья e3, я король f1 вот так собирался играть. А ферзь h3? Король e1. Ферзь h2. Мы здесь не нашли выигрыш. Ладья f4. Слон d3. А, здесь ладья слон d3 был, да. И там вечный шаг. Ну, я просто думал, что если он будет бить, подумаю, как там уже... Как-то вариантов было много. Ну, ну да, сразу все... Глаза разбегались, да. Если ладья d2 не играть, я не знаю, как играть просто. Проблема в том, что как по-другому играть. Я ферзь b3 думал здесь, как, такой ход. И опять казалось, что просто... Почему-то мне казалось, что не грозит бить d5 просто. Потому что все время ладья g4 шаг. Ладья d5, ладья g4. Например, h5 сыграть. Ну да, 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 конечно. Из-за этого мне как-то конкретно хотел. Ладья d2, h5 и ферзь b7. Наверное, здесь тяжело поездить. Ну здесь уже, да, нелегко да. Что-то придумать. После да. hg белый король как-то скрылся, да? Да, и здесь как-то ладья d5 вроде f5. Здесь я долго думал насчет еще ход ферзь c7. Ну, мне не понравился ферзь c7 все-таки. Как-то долго потом пешка. Я решил, что или c6, ладья e3, слон f1 играть. Проблема в том, что слон f1... Ладья e3, опять красивый вариант был. Ферзь e3, ладья f2. Если здесь черный играет g3, hg, ферзь g3, ладья g2, умноженный ходами, ферзь e3, король h1, ферзь f3. И не может он сам зайти, чтобы слон e2 вышло. Издалека слон e2. Не может бить ладья d8 шах. Все-таки выигрывает белый, да. Да, но дело в том, что здесь вдруг f4 я видел. Я когда и g3 нет защиты. Компьютер подтверждает. Все подтверждает. Мы посмотрели как раз здесь в компьютере. Да, да. Подтверждает, что ладья g5 и ладья b3 да. лучше для белых. Ну, так там ничья. Ну, там ничья. Да, ну, как, зачем мне такой? Да, ну, да. И я здесь сыграл так, что он все, если он увидит, потом я сыграю c6. А c6 он бы сразу мог бы просто g3 и ладья e3. Такие ладья e3. Ну, мне не понравилось это, понимаете? Из-за этого я так и c6. Ну, здесь понятно, что как-то король уже у белых нормально. А другого хода я уже просто c7 хочу. А как защищать? Наверное, нет защиты. Я так думаю, ладья c3, c7. И здесь еще ладья d7 такой важный момент. Проблема в том, что уже активен ход ладья c1, это ферзь b2 возвращается. g7 мат. Напали на c1. Да, да, да. Из-за этого я не разрешаю черным играть активный ход. Ни одного активного хода. И просто угроза, наверное, просто, не знаю, миллион угроз.
Мы ладья g7. Не, ладья g7, я бы такой, ну, очень медленный. А мы там посчитали, вот опять да. Ладья g7, ферзь d2, ладья бьет g6, не нашли спасения за черных. c8 ферзь газит. Ну да, примерно, вот, наверное, просто так, да. Ну ты вообще по первой линии здорово шпарил сегодня. Да? Очень здорово, да, по первой линии. Вот одну партию надо играть. Да, да, да. В конце турнира же турнир заканчивается. Ну правда, ты знаешь, где-то в концовочке ты так грамотно сошел с первой линии уже аккуратно, да, сыграл. Если такой не выиграть. А? А ну там же ладья f7 против c8 ферзь. А, здесь слон f7. Слон f7. Слон f7. Ну, ладья d8 есть как. А, нет, ладья d8 на c7 висит, слон f7, да? Так... А если просто такой не ход ферзь c1, там мат, что ли? Да нет, какой мат. Ладья d4 нормально, кстати, решение. Там ферзь c1 принципиально. Это... Ладья бьет f7. Ладья бьет f7, ну, а да, что ну, тут что есть? Такое? Вообще ферзь а6 есть? Ферзь А6. Здесь не может быть такой. А, ферзь С8, ферзь Д5 вообще просто шах. А, ну да, шахом все съедаем, да. Там да. Просто мат белый первые дадут, конечно. Не, ну там мат, что... Да-да-да. Такой мат я... Не, ну здесь чудес не бывает, дорогие да. друзья. Как-то здесь... я чувствовал, что еще время мало. Да, у вас 10 секунд, шухрер, у вас оставалось. Да, но я не знал, как играть. Дело в том, что здесь уже, когда у вас еще мало времени, еще ладья Д4, ладья С4 уже конкретно, если ферзь С5, ладья С4 угу. выигрывает. На ферзь С1 и все, мне как-то... Просто ферзь b8. Проблема, что ферзь. Здесь, наверное, просто выигран, он слон f7. Здесь такой был еще вариант. Ладья d8. Так. Король h7 он сыграл. Король h7. Да, ладья d8, король h7. Угу. Да, вот этот вариант, наверное, самый принципиальный был. Но я считал, ладья... Так. Да, слон c4. Так. Проблема всегда в том, что король бы куда ни шел, например, король g5, король f6, ладья h5, ладья f5 шахом. А, и c8 ферзь. Ну, может, по-другому выиграно. Нет, ну, с двумя ферзями. Самый с двумя простой, ферзями я считал, точно, что если да. двумя ферзями мат не ставить, то третьего никогда не будет. Не, ну, четкий выигрыш, зачем мне что-то делать? Да, и здесь как-то он уже в слоне 6 опять, мне кажется, я правильно сыграл. Абсолютно правильно. Потому что я технот был, мне решали 30 секунд. Да, я нашел, ну, наверное, самый правильный доход. Абсолютно. Самый жесткий способ, и компьютер просто на каждом ходу восклицательные знаки выдавал, так что да, ну все. Вот не, ну блестящие победы. Да, отлично. Просто победа. Блестящие, так что завершение турнира. Но в целом этот результат, наверное, не очень доволен. Не, ну если бы сегодняшней партии не было бы, я вообще думал, что один из ужасных турниров. Ну так, на плюс один вышел, не, да? Я даже не плюс не вышел, я минус один был. И сейчас полтинник, да? Здесь на полтинник я... Как получилось, что я играл, рейтинг не потерял, но просто так... Ну, конечно, я хотел бы больше, но... Дело в том, что я больше боюсь, что не заслужил особо. Из-за этого сегодняшняя победа, как-то еще такой турнир закончится, это приятно. А так, с турниром... Так, первое начало, первые 5 партий, мне Ананда очень хорошую партию выиграл. И когда все успокоились, я опять ям выиграл хорошую партию. И получился 2 таких партия, и я не могу быть недоволен, потому что они в этой партии играли очень здорово, оба. И заслужили победу. А сегодня я играл хорошо, так что я думаю, что такой нормальный турнир. Нормальный турнир, да. И вот, и вообще, если когда, считать, что когда Блиц турнир выиграл, да, Блиц турнир блестяще выиграл. Так что можно сказать, что хороший турнир. Вообще, в турнире, если выигрываешь у Крамника, я считаю, в любом случае очень хорошо, потому что таких людей обыгрывать это все-таки, да. Ну что, Шахриар, спасибо, молодец вам. За боевую игру, за такой... созидательную, за изобретательную, за то, что создавал за доской много интересного. Ну и варианты очень красивые, да, вот когда прошлый раз приходил на пресс-конференцию с Гельфандом, там такие тоже варианты в стиле Таля показывал. Все правильно было, да. Все правильно. Все правильно было. Смотрел потом, да, это вообще... Другие варианты тоже ничья. Слон f6 все-таки ничья, да. Да, да. Вот именно эту партию мы смотрели на компьютере, что мы обычно не делаем, но именно в конце вот мы смотрели. Да. Ну что, спасибо Шахриару и удачи в других турнирах. Да, давай. Спасибо вам.